Вы выучили предмет? А, понимаете, я же кованщик, активист, за университет играю. Времени учиться почти нет. Может так поставить, а? За университет. Вы выучили предмет? А я... не учил. Сергей Семенович, ага, заказывайте вторую парту. Да, конечно. Тысячи две-три, нормально будет. Думаю, да. Вы выучили предмет? Понимаете, я уже работаю. В этом универе для меня ничего нового нет. Просто ставьте галочку, и я пошел. Вы выучили предмет? Я беру помощь заново. Вы выучили предмет? Да вы видели эти вопросы? Как я на них отвечу? Там притяги. Так, вы выучили предмет? Выучили предмет? Я сын декана. У нее нет детей. Я муж декана. У нее нет мужа. Деловат у нас декан, да? Выучили предмет? Я выучил предмет. Рассказывайте. Расскажу. Начинайте. Начну. Вы издеваетесь? Я издеваюсь. На пересдачу. Вы выучили предмет? Материться можно? Нет. Тогда не выучил. Выучили предмет? Понимаете, я спортсмен из универа выступаю. Может поставите так, я на КБ с покерами. Выучили предмет? Ох, вижу порчик тебе. Так, отвечайте на вопрос. Давай ручку и всю правду расскажу. Все понятно, на пересдачу. Ох, гнилой же ты человек. Вы выучили предмет? Я болел. Болею и буду болеть. Ох. Поставите троечку, я пойду.